Вот эта продукция вот этого цеха, под каждый режим, под боковину, под протектор, вот она таким образом будет. Ну это как так называемая сырая. Это тоже оборудование, которое было приобретено в проект. Вот это раскроенные линии, вот как вот машина состоит из стали, вот как и костюм краят, вот раскроен. Точно так же и отдельные детали шины изготавливаются и вот стыкуются, и потом, естественно, идут на дальнейшее. Передел. Мы там специально приготовили, я еще немножко дальше покажу, как там состоят эти детали. Вот сырье, вот это натуральный каучук, который видно. Это синтетический. А это мы используем синтетический каучук. Но он нужен и тот, и тот. Нужен и тот, и тот. Ну вот на сверху мы говорим на шине. Конечно, 90% это натуральный каучук. Вот так выглядят детали протектора, которые накладываются. Они бесконечно элементы, элементы шины. Вот это каркас, обрезиненный металлокор. Металлокор сегодня полностью мы обеспечиваем сейчас белорусского металлургического завода. Он выглядит вот таким образом. Это проект, который тоже был, БМЗ реализовала. И сегодня вот мы увеличиваем объемы производства сверхтрудноговорительных шин. И вместе с нами подтягивается белорусский металлургический завод. Это тоже есть. Александрович, вот шина, которая... Вот так она выглядит в разрезе. Это сверхтрудноговорительная шина. Ну, мы порезали не просто, чтобы показать, что состоит. Вот технологию, когда мы покупаем оборудование, никто не продает. И мы, в общем-то, чтобы выработать свою технологию, режем импортные шины, берем лучшее инженерный цех. Наш инженерно-технический центр работает, делают разработки, меняют конструкцию. Мы уже вот даже за 2 года несколько раз улучшили конструкцию шины и доработали износимость. И это сказывается на ходимости. Что касается показателей, да, начинали тяжеловато, было минусовая рентабельность, но уже за полгода мы вышли 7,3% рентабельности, мы это уже видим. Динамика положительная, обеспечен рост среднемесячной заработной платы при этом, и при этом рост производительности труда окружающего компании. Внутренний рынок, вот все комплектующие предприятия, это опору, конечно, мы обеспечиваем вторичку, а ну, основной торговый партнер остается Российская Федерация. Вот Украина выбрала, как я сказал. Проблем с Россией нет? Нет, нет вопросов. То есть шина нужна? Нет вопросов. Шина нужна, есть хороший спрос. Сегодня сложилась ситуация такая, вот хорошо, что есть Белшина. И, в общем-то, все обратились к нам. Ну, вот то, что касается этого сегмента, ну, вот надо конечно, воспользоваться этим. А вот сейчас воспользоваться надо так, чтобы мы заключили долгосрочный контракт. Мы сделали на своем механическом заводе сборочные барабаны, оснастку, 19-дюймовая легковая шина для премиальных уже автомобилей. Так что, я думаю, эти лендроверы, крузеры будут на белорусских шинах наши все есть. Ну и, кстати, Geely Atlas Contour 19 дюймов, мы его освоили, до конца года освоим и 20 дюймов. Уже чертежи есть. Ну, ты уже рынок ты должен сами. Забрать весь. Ну вот сельхозшины, это вообще отдельная наша гордость. Если где-то мы догоняем там поиск выше, то по сельхозшинам, Максим Ильич, мы даем гарантию даже больше, чем мировые производители. 6 лет даем гарантию. Никто не дает такую гарантию. Но выдерживаем? Да, выдерживаем, конечно. Да, но при этом не забываем и про обороноспособность, мы и для военной техники делаем шины. Вот это вот последняя шина, это для МЗКТ, тоже разработанная. Вот это сборочный цех, где рождается шина. Мы положили здесь вулканизованную шину. Это вот одна из самых больших, тоже 57 дюймов. Вот там, где мы находимся, это тоже современнейший сборочный комплекс. Таких мили только 4. Итальянская компания поставляла 4 мили таких комплексов. Вот он и собирает 3 типа размера шины на самые большие грузовики. От 220 до 450 типа размера. И вот так вот получилось, что вот в этом сегменте сейчас вот немножко, по моему месте, мы на 100% загружены, поэтому оборудование по этим шинам.